Смирнов. Дмитрий, приветствую. Какие обвинения предъявили задержанному? Здравствуйте, Юрий. Задержанный инженер типографии непосредственно отвечал в компании за соблюдение требований пожарной безопасности. Его бездействие вполне могло привести к трагедии, так считают следователи. Известно, что Антон Юцков сам явился на допрос, но признал ли вину? Подробности расскажем прямо сейчас и смотрите также в нашей программе. Довел до самоубийства хоккеиста Петра Девяткина. Мог ли известный спортсмен, участник Олимпийских игр, свести счеты с жизнью из-за настойчивых кредиторов? Педиатры, гинекологи и стоматологи в одном лице. Гомеопаты лечат или калечат? Показатели были ниже нормы значительно, где-то 20-30 единиц. Когда я в нагрузку положила вот эту таблеточку, да, бромгалит Патушева, то есть все показатели ваши пришли в норму. То есть отсюда я делаю вывод, что препарат вам подходит. Как пол чайной ложки обычного сахара нам продают за 400 рублей? Кто зарабатывает на этом миллиарды рублей в год? Расследование нашей программы. Массовая расправа над животными в Брянске. Не умирай, милый. Кто кормит животных колбасой, напичканной гвоздями и смертельно опасными медикаментами? И почему не удается задержать док-хантеров? Золотая сделка сорвалась. Руки за спину, сказал. В Москве перед судом предстанут аферисты, которые пытались получить в ломбарде 14 миллионов рублей под залог фальшивого золота. Здравствуйте. В прямом эфире правовая программа «Вести», дежурная часть, студии Дмитрий Смирнов. В Москве задержан главный инженер типографии, при пожаре в которой погиб.